Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Flip 4. И сейчас я покажу вам, как выбраться из режима Recovery, если вы в него попали. Итак, первое, что вам нужно знать, так это то, что передвигаться в режиме Recovery нужно при помощи кнопочек громкости, а делать выбор при помощи кнопочки питания. И чтобы отсюда выбраться, нам нужно выбрать первую опцию Reboot System Now. Выбираем и ждем, когда устройство перезагрузится. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.